Канаде. Сразу после сообщения о терактах во Франции премьер-министр страны провел экстренное совещание с представителями силового блока. Руководители Минобороны и общественной безопасности заверили главу правительства, что угрозы совершения подобных терактов в Канаде нет. Но, несмотря на это, были приняты особые меры безопасности. Какие, расскажет наш корреспондент в Оттаве Арман Ижанов. Когда во Франции произошла серия терактов, в Канаде уже была глубокая ночь. Сегодня же, с самого раннего утра, несмотря на холодную погоду, на престижную улицу Сассекс-Драйв к французскому посольству приходят люди и в знак скорби возлагают к ограждению депредставительства цветы и зажигают свечи. И как сами люди признаются, для них эта трагедия стала большим шоком. Между тем, премьер-министр страны Джастин Трюдо уже заявил, что Канада совместно со своими союзниками продолжит борьбу с международным терроризмом. Очень много людей погибло во время этих терактов во Франции. И мы, граждане Канады, были совершенно ошеломлены этой новостью. Лично у меня в Париже живет девушка и очень много друзей. Я очень переживал за их судьбу и безопасность. Не дай бог, чтобы такое случилось у нас в Канаде. Это ужасно. У меня нет слов. Хотя глава правительства Джастин Трюдо и заявил, что риска или угрозы терактов в Канаде нет, в стране приняты особые меры предосторожности. Возле крупных торговых центров или государственных учреждений постоянно дежурят по несколько полицейских патрулей. Также правоохранительные органы предупреждают граждан быть максимально внимательными и сообщать о всех подозрительных действиях людей или забытых вещах или сумках. Арман Ижанов, Ербол Даиров, телеканал 24 KZ, Оттава, Канада.